Доброго времени суток. Это мой первый подкаст. Что хотел в нем рассказать, так это о том, что у меня уже 100 подписчиков. Ну, вроде бы мало, а для меня это много. Ну, для кого-то мало, для кого-то много. Для меня это нормально, отлично, даже супер. И что я хотел сказать в этом подкасте? Впредь изменение контента. Ну, то есть... Ну, качество, конечно, пока что еще не вырастет, потому что у меня компьютер, как многие знают, не очень слабенький. И ничего не смогу с этим поделать, пока у меня нету финансовых... Но дело не в этом. Я ухожу из Contract Wars. Фу, даже противно уже называть это название игры. Потому что в этой игре царит неуважение. Точнее, ну, уважение. Ну, какого неуважения? Есть некоторые личности. Они всегда меня считали за читараста. Типа я с читом бегаю. Ники их не Динес, Шадов. Нет, Шадов нет. Шадов просто хуесос. А второй ноунейм, который выебывается и подлизывает Шадов. Извиняюсь за мат. Это эмоции, накопленные за все время Contract Wars. Отношение разработчиков к игре меня пахнуло тоже. Удалить нахрен эту игру из списка игр, вообще стереть. Кто подписан только ради КВ, может удалить подписок. Потому что больше не будет такого, что о, Contract Wars, КВ умерло вместе с моим аккаунтом, который забанен на 20 дней. Открою небольшой секрет, да, он забанен за правильный, да, я не спорю. Бан обоснованный, но подпекает то, что есть клан Кис, немалоизвестный, есть в нем немалоизвестный модератор под ником Rage, который прикрывает своих бойцов за нарушение. То есть несправедливо. Вот вы, обычные игроки, получаете за нарушение? Получаете. А они нет. Они нарушают. И это как будто так и надо. Похер, типа. Мы нарушаем, но нас не забанят. Нам похуй, у нас модератор. В принципе, неправильно. То есть это прикрытие. То есть это то же самое, если бы вы в милиции, да, вот вы в милиции, да, ваш брат убивает человека, и вы его прикрываете, и вы не садите, а садите какого-нибудь другого. Ну, это пример, конечно, неправильный, но с одной стороны. Другой может быть, честно, мне похуй. Бан так бан. Я получил, я вот сижу, но больше я в игру в эту не зайду. По одной простой причине. С аккаунтом, я не знаю, аккаунт. Неизвестно, что будет. Пускай пылится, не знаю. И спасибо, что вы подписаны. Хочу сказать спасибо клану Варс, лидеру Сету, то, что принял. А также Коле 3 восьмерки, Юри Батури за то, что немножко научил. Личный человек. Ани Топич. Диплодокус за хорошие стримы по игре. Да и всем, кто на меня подписан, кто рядышком, кто поддерживает. И рад, что познакомился с ними. Всем спасибо, всем пока.